В Миколаєві компенсували більше 2 мільйонів гривень городянам, які звернулися до державних банків за кредитами з питань енергомодернізації. Про це сказав заступник Миколаївського міського голови з питань енергоефективності Олександр Омельчук. Це кредити, отримані там на установку окон, на установку котлов, на термомодернізацію фасадів. Тобто різнообразні мероприятия, які приводять до економії енергоресурсів. Ну, соответственно, я считаю, что реальная помощь и государство, которое платит компенсацию людям, и город Николаев не остался в стороне. И сегодня мы можем сказать, что мы 30% тела кредита людям компенсируем для того, чтобы уменьшить их финансовую нагрузку на вот такие вот мероприятия. В серпні 2017 року провели перше засідання комісії з питань компенсації відсотків або частини кредиту з енергомодернізації, на котором одной из первых ОСМД поучаствовала в компенсации. Но вот сегодня в декабре это уже 6-е заседание. И мы хотим сказать, что считаем, что этот пласт мы подняли и запустили. Надеемся, в следующем году люди также будут активно пользоваться этой программой. Оно на государственном уровне, она будет работать до 2020 года. И мы будем стараться в бюджете предусматривать всегда средства, чтобы тоже помогать нашим жителям реальными деньгами на модернизацию. Повернути кошти за так званими теплими кредитами зверталися різні городяни. Это ОСМД, это ЖБК и это физические лица. Вот. Программа устроена таким образом, что они работают с государственными банками – Укргазом, Ощадом и Приватом. А банки присылают к нам реестры, то есть департамент не работает с людьми, а работает с реестрами. К нам приходит реестр на 28 человек, общая сумма компенсации такая. Комиссия с учетом полученной информации с присутствием депутатского корпуса голосует и утверждает. То есть у нас еще ни одного отказа не было. В этом году мы до конца года полностью обеспечены финансированием. Я думаю, что у нас еще даже немножко останется. Вот. Но мы перекинем эти деньги на следующий год, чтобы в следующем году люди также могли пользоваться этими услугами. Олександр Мальчук наголосив, що скористатися поверненням відсоткових ставок за кредитами мали змогу лише ті позичальники, які не порушували державних вимог енергомодернізації. Принцип один. Те мероприятия, которые банк финансирует, энергомодернизирует, должны соответствовать всем критериям энергоэффективности. То есть, если человек меняет себе окна, то окна должны быть не просто металлопластиковые, они должны уже содержать в себе стеклопакет, профиль, который соответствует всем нормам по нашей климатической зоне в вопросах энергоэффективности. Если он ставит себе котел, соответственно, то же самое. Если он утепляет фасад, это не должен быть пенопласт, это должна быть базальтовая вата нужного размера и, соответственно, как бы проверяется эффект от экономии. Заступник Миколаївського міського голови з питань енергоефективності наголосив, що ще є час і кошти для компенсування кредитів з енергомодернізації. Тому ті, хто провів такі роботи, можуть звертатися за поверненням коштів. Використання тільки якісних, правильних матеріалів і товарів в цій отраслі фінансується государством і компенсується місцевими органами влади, в частності, містом Миколаєвом. Я сподіваюся, що ми до кінця року ще проведемо одне засідання. Я ж кажу, денег у нас є. Вот. І якщо будуть звернення від людей, то, звісно, ми сподіваємося, що ще компенсуємо. Мы с удовольствием проведем еще одно заседание для того, чтобы к Новому году людям сделать подарок. Ганна Званецька, Олег Хусаїнов, МСН.